З початком отопляльного сезону МНС узмацняє профілактичну роботу з володарами приватних домов. На выходных супрацовники областного управления наведаліся до жыхароў у Луковского сельского совета. Особливую увагу надали стану печного отопления. У гутарцы с господарами нагадали про небезпеку угарного газу. Отпрацовать парадок деяння у выпадку надзвичайной ситуации и навыки по выкарыстанні першасных сродков пожаротушения жадающие могли на специальной навучальной зоне осяроддзя безпеки. Пляцовка разгорнулася каля сельского дома культуры. Для юных жыхароў выратавальники подрыхтавали тематычные гульни и конкурсы.